И вот мы стоим рядышком с Джазмоллом. Почему мы сюда приехали? Сейчас расскажу. Вообще-то надо понимать, что в Джазмолле цены не самые дешевые, потому что здесь очень дорогие вещи, по сути-то. Во-вторых, здесь рядышком стоят большие количество автомобилей, которые поставлены на парковке. Естественно, отсюда машины также уезжают. Потому что все сигнализации, которые работают по радиоканалу, они имеют некоторую особенность. Их можно прочитать. То есть вы пришли, а машины-то и нету. Причем машины вот отсюда угоняют, и отсюда у вас не везут машины на эвакуаторе. То есть пришли, а машины-то и нету. Здорово, да? Где все находится, вы в принципе понимаете. Это Джазмолл, центр города, центрей-то и не бывает. Вот. А сигнализация, которую вы ставили, она стоит 40 тысяч рублей. Причем даже вот на такую машинку. Мы сегодня вам предложим другую штучку. Ее можно поставить в промежуток. И вы сейчас не будете машину открывать по радиоключу. Потому что это фирма Скараб. Она вам гарантирует то, что вы машину откроете, используя инфракрасный пульт управления. Его прочитать невозможно, и машина у вас не будет угнана. Теперь другой вопрос. Помните, цена сигнализации 40 тысяч рублей. Вот. Цена Скараба, вообще-то, если вы будете заказывать, 8 тысяч рублей. Но здесь дешевле. Здесь за 4,5 тысячи рублей вы его легко поставите. А как поставить? Да сейчас мы вам покажем. Помните, да, систему? Все включено. Я эту систему попробовал здесь же. Ну, срочно нужны были аккумуляторы. Купил, и совсем дорого как-то стало. У нас вообще, где много мест для торговли, какие-то странные ценники. И вообще я бы сюда не зашел, но суть-то была чудесной. Как в крупном торговом центре вы можете купить неугоняемую сигналку практически в два раза дешевле, чем в интернете? А оказалось, можно. Да и поиск не заставил себя ждать. Северо-западный вход в Джазмолл. И вот результат. Кстати, насчет угона. Я, конечно, понимаю, что у нас город очень крутой, и все покупают новые тачки. Но почему-то день ото дня я вижу полицейских, и это не ГИБДД. Просто полиция практически каждый день выполняет план перехват. Что и говорит о том, что практически каждый день угоняются машины, а то и не одни. Я не буду говорить об этом, но факт есть факт. 365 автомобилей улетают из города. А сколько нариков песочит ваши машинки? Причем так часто получается, что вышел на улицу, и вот результат. Да не хотелось бы, чтобы это было. Вообще чисто хочется спокойного города. Но ведь это же не так. Любая сигнализация управляется по радио. И вот результат. Машину сперли. Но результата можно избежать, используя простые функции. А именно, инфракрасные датчики. Оставятся они легко. В тот момент, когда вы слушали сюжет, а это две минутки, они и поставились. И что это за штучка? Скарабей, то есть скараб по-английски. Их здесь можно купить практически в два раза дешевле, чем в интернете. Итак, я, конечно, понимаю, что вы делаете круче. Это российская технология, она изготовлена, это супер. Потому что я, конечно, прекрасно понимаю, что все сигнализации делаются в Китае. А у нас сейчас отечественное производство, и оно просто суперовское. На какие машины можно такую штуку поставить? Какие машины в дальнейшем будем использовать? И как она работает? На автомобиле можно установить на те, у которых уже установлены сигнализации Шерхан и Старлайн. Имеется в виду весь модельный ряд всех любых автомобилей. Далее, сейчас дальнейшие разработки у нас — это работа с коншиной, и автомобили уже будут непосредственно устанавливаться, именно в автомобиле будет уже устанавливаться именно Скараб. И все, он один. Третья разработка — это будет вообще собственная сигнализация. Очень качественная, лучше, чем на сегодняшний день есть. Канал радио луча можно перехватить, да? Ну просто ставите что-то, перехватываете сигнальчик. Такой же сигнальчик вы даете, ноутбук или еще какая-то фигня там есть такая. А это как работает? Это работает на инфракрасном луче. Здесь совершенно ушли от радиоканала. На 100% убрали проблему электронного взлома автомобиля. Итак, процесс установки — вопрос абсолютно несложный. Если у вас рук нету, то вам люди здесь поставят. То есть вы понимаете, да, вы экономите деньги и ставите себе то, что вам не позволит угнать ваш автомобиль. А это в действительности очень хорошая штука. Вот. Конечно, сигнализации необходимо ставить крутые, да.
Вот. Но и усовершенствовать их тоже необходимо. И вот такие два пульта, которые управляют вашим автомобилем с помощью инфракрасного пульта. Где все это дело ставится? А оно ставится здесь. Торговый центр Just Mall. Заходим вот сюда. Сверху у нас кинотеатр. И покупаем себе. Причем все это в действительности очень дешево. Хотите купить по интернету? 8 тысяч. Хотите купить здесь? 4,5.